Здравствуйте. В магазине «Шиншилка» приобрела лакомство «Гимкэт». Вообще, приобретаю много разных лакомств фирмы «Гимкэт», но мышки занимают особое место среди любимых лакомств. Почему? Наверное, потому что они имеют форму мышек. На упаковочке, вот, кстати, сказано, что у кошек есть редкая способность трехмерного зрительного восприятия. Особая объемная форма пробудит в них охотничий инстинкт и желание поиграться. Видимо, это так. Значит, лакомство содержит комплекс витаминов и таурин, так необходимый для сосудов и для активности животного. Значит, на упаковочке сказано, что для взрослых особей можно до 6 мышек ежедневно, для котят 3-4 мышки. Я взяла упаковочку 220 грамм, бывает разный вес, не обращайте на это внимание. Значит, я взяла с творогом, они бывают розовые, кстати, на упаковочке нарисовано, с чем бывает, если с рыбкой, то здесь бывает нарисовано рыбка. Значит, и, собственно, мышки выглядят вот таким образом. Вот одно из наших самых любимых лакомств. Спасибо за внимание.